Всем привет! Сейчас сезон вишни, и значит, нужно готовить обязательно вареники с вишней по моему рецепту с заварным тестом. Итак, нам понадобится 2 стакана муки, или 400 грамм, если быть точным. Добавим в них 1 щепотку соли, это примерно 1-1,5 грамма. И, конечно же, сахар. Добавим примерно 5 грамм или хорошую щепотку, или просто чайную ложку. Сразу подготовим ложку, сделать такую небольшую лунку. И добавляем 150 грамм горячего, крутого кипятка. Слегка перемешали и сразу же добавили куриное яйцо. И начинаем перемешивать дальше. Куриное яйцо у меня примерно 60 грамм весит. Тесто остыло примерно до градусов 55, что позволяет нам комфортно перемешивать тесто. Яйцо я использовал, конечно же, с холодильника. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, чтобы оно стало полностью плотным и однородным. Обязательно присыпаем нашу емкость, где хранится тесто, мукой, и сверху еще присыпаем мукой. Пока оставляем на 15 минут и занимаемся вишней. С помощью обычной шпажки берем вишню и очень легко протыкаем и удаляем кость. Как по мне, это самый удобный способ. Ну, если, конечно же, не пойти в магазин и не купить уже без косточки. А вы пишите в комментариях способ, который в 10 раз лучше моего. Обязательно его применю. Через 15 минут тесто можем брать и уже с ним работать. Аккуратненько его так формируем. Делим наше тесто. Так, чтобы... Это мы делаем всего лишь для того, чтобы можно было удобно работать с ним. Раскатываем наше тесто. Раскатав тесто небольшой толщиной, примерно 3-4 миллиметра, не совсем тонкое надо делать, возьмем бокал, которым мы вырежем наши будущие вареники. Берем на кончик чайной ложки сахар, чуть-чуть его добавляем на каждое наше раскатанное тесто. Мы не замешиваем вишню с сахаром и с крахмалом по одной простой причине. Смотрите до конца и все узнаете почему. Теперь берем крахмал, буквально чуть-чуть добавляем на сахар, буквально небольшую щепоточку. Теперь ставим вишенки, которые мы предварительно уже почистили. Я не рекомендую вам замешивать заранее сахар с вишней и крахмалом, потому что вишня выделит очень много сока, и весь сок останется вот здесь вот в миске, а не в сочном вашем будущем варенике с вишней. И заворачиваем. Тесто получается прекрасное, очень хорошо лепится. Прям вообще-вообще класс. Заварное тесто на варенике – это то, что надо. Я предпочитаю в воду добавлять сахар. Если вы не хотите, можете этого не делать. Обожаю вареники сладкие, сочетание кислого и сладкого – это просто что-то с чем-то. А вы пишите обязательно, какие вы любите вареники. Ну что, друзья, 5 минут и домашние вкусные вареники готовы. Если вдруг вы варите их замороженные, делайте там на 1,5 минутки дольше. Берем красивую тарелочку, сливочное масло, варенички, что еще надо. Подавайте со сметаной, взбитыми сливками или с тем, что вам нравится. Как видите, вареники не разварились, они имеют плотную текстуру, тесто не рвется благодаря тому, что оно правильно и заварное. Без лишних слов, все так вкусно. Вы 100% не пожалеете, если приготовите по моему способу. Вам хорошего настроения, всем счастья, добра. Всем пока!